Внимание, друзья! С вами не Ломок. Пожалуйста, потише, потише, потому что Сьюзи еще спит. Видите, как она дышит, дышит, дышит. Тихо, 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 кровать скрипит. Я хочу, в общем, сделать для нее сюрприз. Не знаю, получится ли у меня сейчас как так выйти, чтобы ее не разбудить. Но я попытаюсь. Итак, надо прыгнуть вперед. Опа! Опа! Да, я ее перепрыгнул. Видите, она спит. Она меня не видит, она спит реально. Так, что сделаем с утра? Какой-то надо сделать для нее сюрприз. Надеюсь, вы как-то, может быть, напишите в комментариях, какой вы бы посоветовали сделать ей сюрприз. Но пока что мне приходит в голову, возьму для начала фонарик, пока она спит, тихонько открыть дверь. Тихонько выйти, тихонько, очень тихо. Закрыть. Так, хорошо. Так, вначале... Ой, я забыл. Тихо, сейчас. Забираем стаканчик. Так, вот это мне пригодится. Забираем стаканчик, все. Ставим вот сюда. Хорошо. Надо поставить кофе. Кофе должно нагреться. Можем уже, в принципе, встать, она там не слышит ничего. Банан. Ой, чуть не поскользнулся на своей же ловушке. Мне нужна сковородка, чтобы подогреть кофе сделать ей. Так, ставим сковородку. Хорошо. Берем кофеварку. Ставим сюда. Все, кофе греется. Видели? Аж моркнуло, там точно начинается подогреваться кофе. Нальем ей кофе. Хорошо. Но для того, чтобы сделать классный сюрприз, для этого мне нужны лампочки. Лампочки, я думаю... Я думаю, сосед не обидится, что в очередной раз лампочки мы возьмем у него. Ну, одолжим на время. Это же для любимой, так сказать. Ага, ловушку поставил соседушка. Как тебе не стыдно? Я хочу для хорошего дела, а ты... А так не работает? Так не работает. А не работает. Сосед, да тихо ты, дай мне лучше лампочек пару штук, есть может быть. Дядька, да не жлобись, я уже знаю, что ты неадекватный. Да не лампочки такие. Как же ты не понимаешь, что я хочу сделать для любимой своей сюрприз. Такой, чтобы она была удивлена и приятно так удивлена. Понимаешь ты меня или нет? Иди домой, иди. Ну что ты смотришь, иди уже домой. Лампочки. Я хочу сделать сюрприз для любимой. Хотя бы 3. Или даже 2. Ну, как получится. Так, обходим. Что он там в урне хочет? Иди уже. Уходи. Ну, пожалуйста. Ну, дай мне 2 лампочки. 3. Сосед. Ну, не будь жаден. Что ты там стал? Опять меня заметил. Сейчас разбудишь мою любимую. Сьюзи, ты там хоть еще спишь? Спи, моя любимая. Спи, спи, моя радость, усни. Ночью пока сломит. Гремит еще тут к тому же. Бежим сюда. Видите, где он? Не за деревню, заметит? Сядем. Сосед, ты ушел или не ушел? Ты дашь мне удивить мою любимую или не дашь? Вон, видите? Тик-т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 ик. Спрятались от него, спрятались. Тихонько. Кажется, он ушел. Капкан все равно меня ловит, даже не... Несмотря на то, что я поставил там... Тихо, любимый, нельзя разбудить. Закрыли. Идем. Опять капкан расставляешь, мой сосед, ну ты что? Берем ботиночек. Хочет двери закрыть, а там капкан понаставлен, ведра и не может. Пробуем так вот сделать. Недолет. Может, мусором бросит. Оба! Есть! Итак. Он опять меня заметил! На тебе подать по глазам.
удивить. Как же тебе не стыдно, сосед, сосед. Как же ты можешь так? Как же тебе не стыдно все-таки? Нельзя быть таким подлым. Видишь, там моя Сьюзи спит. Я хочу сделать ей приятно. Она проснется, чтобы она получила сюрприз. А ты не даешь мне сделать сюрприз, сосед. Понимаешь, что это нехорошо, некрасиво, некрасиво. Соседушка, соседушка, уходи домой. И там капкан ставишь. Нет, просто посмотрел. Прячемся за забор. За машину, за машину. Осматривается, что-то ходит. Где он там? Видите, вон там. Зарядку делает. Тихонько-то пройдет. Тихонько. Он зарядку делает. Ты дашь мне лампочку или нет, сосед? Ты мне надоел. Лампочки, мне нужны лампочки. Есть, одну лампочку забрал. Мне нужна еще. Я слишком мало, хотя бы, то есть одна. Здесь нет. Где же еще были лампочки? Как-то сбить эту камеру, которую мы постоянно снимаем, да? Давайте пробуем крышку сбить. Недолет. Камеру. А биноклем поможет с объем камеры. Я только захожу, она сразу мне палит. Сломали или не сломали? Да, я попал! Я ее разбил! Все равно замечали, что я разбил ему камень. Берем ящичек. Так, будем действовать борзо и нагло. Сейчас мы это все проверим, сосед. И я так просто не сдамся. Я хочу удивить свою любимую. Ты не даешь делать сюрприз. Как тебе не стыдно? У тебя совесть вообще есть. Побежали, 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 побежали. Опа. Есть! Две лампочки собрал. Две лампочки, ребята, у меня есть две лампочки. Ура-ура-ура. Еще надо третью лампочку. Кстати, давайте сделаем челлендж. Кто сможет своровать сколько лампочек у соседа? Напишите в комментариях, у кого сколько получилось их выкрутить у него. А, как вам такой челлендж? А, почему я не могу достать эту лампочку? Есть! Три лампочки. Сосед, ну ты молодец. Спасибо тебе. А здесь могу? Могу, походу. Но... Тогда придется фонарик оставить. Нет. Не увеличивается, по-моему, не увеличивается. Эта лампочка не выкручивается. Ну, неплохо. Три лампочки. Мне вполне хватит, чтобы удивить мою любимую. Итак, ребята, смотрите. Будьте внимательны. Может, вы сможете тоже когда-нибудь свою любимую удивить. Значит, у нас есть лампочки. Раз. Два. Три. Одна синяя и две зеленых. Вы заметили, что они каждая по-разному светится? И цветочек. Цветочек. Поставим. К примеру. Только тихо, тихо, тихо. Вот сюда. Цветочек. Лампочки. Раз, два, три. Раз. Два. Три. Вот так. Красиво. Она будет смотреть.
проснется, а тут такая подсветочка, цветочек я встречаю. И я кофе сейчас ей наберу. Налили. Берем. Идем. Сейчас тут, видите, как кофе так пахнет, пахнет. Вкусно, вкусно. Сейчас она будет просыпаться от запаха кофе. Сьюзи, Сьюзи, вставай. Сьюзи, вставай. Вставай, говорю. Вставай, тебе говорю. Что ты меня будешь? Что случилось? Посмотри, что я для тебя сделал. Что это? Ну, это для тебя цветы. Я только что их для тебя купил. И видишь, какая для тебя специально подсветка. Ой, спасибо, это так мило. Вот, держи кофейку, на, попей. Попей. Попей кофейку, попей. О, как пахнет, ты такой заботливый. На, кофейку.